Дроку. Всем привет! Вы находитесь на канале Вайстат, и этот ролик я бы хотел начать в первую очередь со знакомства. Меня зовут Толик, для тех, кто не знает, порядка 250 человек сейчас у меня на канале. Большинство это те, кто, наверное, перешли по ссылкам инстаграм-странички, ссылки, которые я выложил в WhatsApp для того, чтобы люди переходили, подписывались на канал, смотрели ролики, которые я еще снимал в Караганде, где я живу, собственно, о нашей зиме. У меня появилась идея снимать новые ролики, то есть новые ролики для меня, может быть, для вас, для моих новых подписчиков, которые появятся на канале. Вот, в общем, я приобрел поисковый магнит, с помощью которого, думаю, если кто-то знает или кто-то когда-то смотрел ролики, кто-то слышал о нем, он используется для поиска всеразличных вещей из озер, из рек, допустим, из каких-то пустых заброшенных колодцев, из заброшенных подвалов, там, многоэтажек или еще каких-либо. Магнит я заказывал с сайта поисковик24, ссылку на сайт я вам оставлю в описании. Заказать магнит очень легко с этого сайта, то есть можно позвонить по определенному номеру, допустим, для каждого региона есть определенный свой номер, где есть колл-центр, где есть менеджера, которые доступно, все понятно объяснят, все подскажут, все расскажут. И напрямую также можно заказать этот магнит с сайта. Данный магнит, он еще не распакованный, кстати, вот. Данный магнит на 400 килограмм, двухсторонний. Очень жду, не дождусь, когда растает снег, когда лед сойдет. Это единственная преграда, по которой я не могу никак еще испытать этот магнит. Ну и теперь, собственно, перейдем к распаковке магнита. Ну что, начнем распаковывать. В принципе, добротно запакован, что доехал. Коробка вообще не помятая совсем. В общем, давайте будем распаковывать, смотреть, что там внутри. Открываем. Ага. Здесь у нас такой пенопласт. Пенопластом все сделано хорошо. Все четко. Снимаем, смотрим. Ага. Так, начнем. Ух ты ж, даже толком не отлепить. Что у нас здесь? Два рымболта. Я читал, что один рымболт у нас идет 8 миллиметров. Это он в середину втыкается. И один рымболт. А, нет, вру. Ладно, сейчас посмотрим. И один рымболт М10. Он идет подлиньше. Вот он как раз таки вроде бы втыкается в середину. В середину. А маленький рымболт, он с торца втыкается. Теперь смотрим. Собственно, сам магнит. Магнит не пошарпанный, ничего. Все четенько, все хорошо. Нет, магнит сам где-то немного небольшие мелкие сколы, возможно. Ну, то это не критично, это не важно. Тем более это всего лишь бока, середина, сам магнит, он в целости и сохранности доехал. Все здорово. Теперь смотрим. Да, получается, М8 вкручивается в торец. Это как раз таки, наверное, он больше всего будет у меня и использован, потому что я буду магнит забрасывать. А середина, она больше используется для того, чтобы, допустим, где-то на высоте стоишь и нужно вниз
Оба-на. Вот это интересно, конечно. И нужно вниз его опустить. Что-то сплошмя лежит, и это дело поднять все. Да, все здорово. Все отлично. Собственно, я думал, что я еще сразу же засниму в этом же ролике, как можно привязать веревку к рымболту, чтобы, ну, то есть подготовить сразу поисковый магнит к забросам. Ну и как бы пусть лежит, дожидается своего момента, когда мы можем наконец-то его испробовать, воспользоваться, ну и вытаскивать всякие разные интересные штуки с озер и рек. Вот, ну я, скорее всего, наверное, разделю, потому что, ну, чтобы ролик не был сильно нудным. Вот, и в следующем ролике покажу, как я его завязал. Лед тронется, и уже можно будет наконец пробовать забрасывать магнит. Всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Не знаю, кто-то до конца, кто-то не до конца. Подписывайтесь на канал. Я очень надеюсь и буду очень стараться этот канал заполнять хорошим контентом. В общем, я уверен, что будет очень много интересных, хороших роликов. Всем счастливо! Пока-пока.